Всем большой привет! Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные помидоры со сливами. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! В пропаренную кипятком банку емкостью 1,5 литра бросаем 8 горошин черного перца, 3 горошины душистого перца, 1 лавровый лист, разрезаем 3 зубчика чеснока, и закладываем помидоры. Чередуем их со сливами. Все плоды должны быть спелыми, но твердыми. Соотношение примерно такое: 2 части помидоров и 1 часть слив. Заполненные доверху банки заливаем крутым кипятком. Закрываем капроновыми крышками, чтобы плоды не всплывали, и оставляем на 10 минут. Через 10 минут воду из банок просто сливаем, она нам не понадобится. А помидоры заливаем второй раз кипятком и снова даем постоять 10 минут. Затем сливаем воду в кастрюлю, используя мерный стакан. Чтобы объем получился кратный 1 литру, доливаем сколько нужно кипятка. Дальше на каждый литр воды добавляем 25 граммов соли, 60 граммов сахара, размешиваем и даем маринаду закипеть. После закипания вливаем туда 9% уксус из расчета 15 мл на 1 литр воды. Даем повторно закипеть. И сразу заливаем наши помидоры. Закатываем их. Переворачиваем вверх дном. Укутываем. И даем так полностью остыть. Вот и все. Очень вкусные маринованные помидоры на зиму готовы. Хранить их можно как в прохладном месте, так и при комнатной температуре. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.